Вы знаете, чем отличается, например, казахская женская аудитория вот от татарской башкирской? Башкирская еще как-то попроще, но татарки, бисмилля, это шедевр. Вот, я в Казан боюсь ехать, я боюсь. И плепманда утра. Казашки, кыргызки, узбечки, они работают над собой для успеха мужа. А мы работаем над собой для своего успеха. Мужем тут не пахнет. Вот большие девочки после 50, они, конечно, наимудрейшие. Они уже все поняли. Они уже все хорошо. Ну, хальбит-то. А татарки, девчонки, они говорят, ну, Гульбика, ну сколько можно? Ну сколько можно? Сколько можно говорить за мужчин? А я что, не человек? Почему я должна для него и так, и эдак, и так? Я говорю, не должна, ты ничего не должна. Но просто если у тебя есть как минимум дети, ты это делаешь для детей, ради Аллаха, для детей, потому что с ними сидишь ты, если они болеют, с ними сидишь ты, твой мужик вообще ни сном, ни духом. Мы не вкладываем свои знания в мужчин, мы в них не верим. Мы в себя верим. Мы в себя верим. Я могу, я все могу. Я встану, пойду, все сделаю, а ты... Как лежал, так лежишь. А если, ну ладно, я встаю. Ну ладно уже, я уже все сделала. Все, понимаете? Вот, мы не ждем. Мы реально очень крутые. Да-да.